Ариша, быстрее, быстрее, а то мы опоздаем с тобой на самолет. Быстрее, быстрее, скорошая наш. Ё-моё, как мы забыли, как мы не успеваем. Скорее, так, так, какой наш терминал? Ё-моё, где билеты? Ариша, кидай сюда чемодан. Всё, мама, я кинула. Всё, я тоже кидаю, всё, фух. Фух, вроде успел. Пошли, регистрация, быстрее, в кассу. Быстрее, 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 Аришка. Папа, где билеты, не забыл? Да вроде не забыл, эй. Тётя, вот наши билеты. Ариша, подойди сюда, чтобы тебя посмотрели. Доставай паспорт. Все, это мой, это мой. Все, регистрируйте нас, пожалуйста. Фух, почти успели. Ваш самолет отправляется через 3 минуты, быстрей. Ё-моё, Риша, сейчас опоздаю. Быстрее, иди сюда, за мной, догоняй, 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 догоняй. О, Ариша, мы, кажется, сейчас с тобой не улетаем. Как не улетаем? Сказав, что нужно сначала собрать вещи. А, ну это просто. Все, просыпаемся. Смотри, где мы, ты здесь? Так, наша синяя комната, давай исследуем, иди сюда, что так, у нас почему тут? Почему она вышедшая? А я не знаю, тебе так повезло, смотри, что тут есть. О, хочу эту одежду. А я футболку, самолетик, тут кроссовки, кепочки, о, кроссовки я могу щелкнуть, прикольно. Смотри, тут дверь какая-то, давай зайдем. Давай. Ой, это туалет. О, папа, смотри, тут разная дверь. Смотри, тут чемоданы, Ариша, занимайся чемодан, давай рядом со мной, я вот тут. Бери другой вот этот чемоданчик. Взяла? Что же делать? А пощелкай по нему. Я щелкнула. Отлично. Нам дали 45 секунд, чтобы обследовать территорию. Давай обследуем. Хорошо. Так, здесь холодильник. Будем раздельно. Плиты, хорошо. На улицу пока выйти нельзя. Стол. Здесь тоже выйти нельзя. Отлично. Вот мой чемодан. Мне вот этот чемодан присвоили. Хорошо. Телевизор. Кресло. Аэроплан. Отлично, тут все исследовал. Ты мальчишескую комнату исследовала? А я уже, мы же там были. А, точно, мы же в Мальчиковской были. Ну все, сейчас будут задания, надо выполнять задания. Ты готова? Найди свой чемодан. Где твой чемодан? Мой вот. Быстрее, футболку с печенькой, 40 секунд у нас, бежим наверх, скорее. А у меня где чаши есть? Надо брать не в розовое, а в синий. А, у меня другая. У тебя другая? Быстрее, Ариша, быстрее. Быстрее. Хватай, что у тебя, какой? У тебя какая? Бери, бери, что я спотел. Беги вниз, в чемодан, 17 секунд, бегом, Ариш. Быстрей к чемодану, быстрей. Пешками. Все, я убрал. Фух. А, Ариша, 7 секунд. Давай, давай, 5, 4, 3, 2. Есть. Фух. Это было страшно, пойдем сразу наверх, вдруг задание новое будет. Пошли. Кроссовки белые. Бери скорее ее. 38 секунд. А, здесь нет белых кроссовок. Мамочка, господи, спаси. Вот они, белые кроссовки, хватаю. Все, я помчался, 25 секунд. У меня тоже 20 секунд, но я говорю так, потому что, чтобы другие цифры не называть. Хорошо. Фух, ты успела? Да. Отлично, пошли наверх, вдруг еще что-то будет. Штаны. О, у меня синие. У меня вот такие есть, я в девчачьей комнате нашел. Я посмотрю в... Синие, вот они, вот такие у тебя? Нет. Тогда в другой комнате, беги. Все, я уже была как раз в вашей комнате. Отлично, бери, бери, пойдем. Еще много времени. 20 с лишним секунд. Все, я упаковал. О, смотрите, как у меня упакован чемоданчик, я вообще молодец. И у меня. И ты так ровно сложила, Арина. Ну, это же игра. А дома ты так никогда не делаешь. Пойдем. Надеюсь, у меня что-то в дырке. Оба-на. О. Папа готовит бургеры. Ой, там один зеленый. На улице. Так. Чувствую, надо будет сейчас бежать на улицу. Ариша, готовимся к двери. Ой. Вау, бассейн. Бассейн, купаемся. О, тут что-то какое-то. О, тут канализация. А что сделать? Сесть надо, сесть что ли, или что? Или схватить бургер. А ты где? Ариша, выходи на улицу. Садимся за стол. Садимся я за стол. Я нет? Есть, я сел. 10 секунд. Все, ты далеко. Ладно. Не буду вставать, чтобы не погибнуть. Смотри, он бежит, дает бургер. А, если у меня будет зеленый, то я не съем. Один отравленный бургер будет. Он кому дать бургеры? Ариша, мне! Нет! Я голодная! А мне? О, мне дали! Мне ой, дали! Мне дали, а я не пришла. Смотри, у этой девочки вообще страшный бургер с червяками, нет, с червяками, с червяками, вонючий бургер. Пау. Фу. Все. Я свой ем. Она свой нет.
Хеллоу. Все, я все съел? И кажется... Кажется, мой живот начинает... А, нет, все в порядке. А когда мы уже полетим? Я вообще-то в отпуск хочу. А это что такое? Где мы? Что за страшное место? Открыл... Самолетики! Ой, это же мой самолетик, он последний. А, точнее, он первый. А, нет, вот этот. Ты свой заняла самолетик? Он тебе с галочкой. Я не знаю, где мой. Скорей. А, вот он. Села? Да. Ты готова летать? Нет. Дочка, ну что, если что, я тебя буду подстраховывать. Главное, что в полете? Что? Не грохнуться. Ой, ой, он закрыл. Он исчез. Ой. Папа, мне страшно. Нас заперли. Все, отперли. Давай. Отзаперли, отперли. Эй, папа, я влезу. А, здесь вверх-вниз просто, хоп. Он спускается или поднимается. Догоняй, Риша. Или тебя уже нет? Я есть. Ай, я влезу. Ау, вау. В общем, тут такое дело. В бок лететь не надо, я уже вычислил. Все, летим. Мариш, ты где? Я тебя вижу. Я где-то. Держись. Отличный ответ, я где-то. Да-да-да, где-то это очень хорошее место. Давай, догоняй, Ришка. Наверх. На низ. Спускаемся, да? Держись, доча, держись, выживи. Ай, у меня выживи. Я вопросик какой-то кликнул. Сюда, да, Ариша, ты где? Ай, я погибла. Доча, нет, я видел взрыв. Нет, доча. Да, у меня есть как раз рубашка, я возражусь. Давай. Возродись, где ты? Молодец, привет! Мур, все. Я как раз потратила рубашку, у меня было 125. А сколько стоило возрождение? 30. Ребята, лайк поставьте Аришке, она потратила свои рубаксы. Ой. Осторожней! Тут бешеные машины. Надо по сторонам посмотреть. Ребята, всегда, когда переходите дорогу, посмотрите налево и направо, чтобы не было машин. А, это игра. 59 секунд, и куда? Достаем чемоданы. Чемодан, доставай сюда, кидай. Кидай, скорее, Ариша. Ариша, Кира, второе. На регистрацию, Ариша, на регистрацию. Давай, билет. Давай, на, тетка, держи билет. Эй, зарегистрируй меня. Ладно, я бегу дальше. Меня не зарегистрируй. Иди на вторую, да, быстрее, Аришка, давай. Так, билет, на, держи. Тетка, все, меня пропустили сюда. Меня. Давай, Ариш, скорей. Все, беги сюда. Да, уже все, сюда, беги. Уже все, быстрее, у тебя билетик есть. Все, фух. Так, что дальше? Посядем на всякий случай. Давай. У Ариши открыли проход, бежи. А, точно. А я уже на всякий случай испугался. Давай, сейчас сюда пройдем. Эй, смотри мой билетик, на, ешь. О, нас пропускают, пошли. Слушай, здесь контрольный пункт. Короче, когда не горит, надо проходить. Старайся пройти. А ты и так прошла, да? Да. Эй! Вот наш самолет, смотри, красавчик! Вообще! Красивый самолет, сейчас мы на нем полетим. Полиция! Бежим! Нас не трогайте, пожалуйста, мы хорошие. Что за дела? Нас задержали полицейские суровые. Что? О, посмотри, там мой наш самолет. Можно взять дубину? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, он ржет! Смотри, там какой-то космос. Я тебе не боюсь! Ты смелая! Не знаю, наверное. Я тебе не боюсь! О, вот сюда, смотри! Вот туда, вентиляция! Там бабка стоит! Смотри, полицейские! Полицейские зомби стали! Спасите, помогите. Мамочка, что происходит? Ай, нет, я вас боюсь. Гасим их, давай, лупасим их. Давай. Он мне по морде чебанул. На тебе, на. Есть, мы молодцы вообще. Мы команда. У меня желтая жизнь. Да? Да. Ты залезла? Да. Сюда. О, давай, Ришка, камон. Сюда, открылась дверь. Дочь, иди сюда. Давай, быстрей. Телепортировала нас, да, уже. Можно обратно. Можно вернуться обратно. Ой, я чемодан. Я поехал. Всем пока, я чемодан. И я чемодан. 89 секунд, пошли паркур, Ариша, вот сюда.
Теперь наверх. Главное не сверзнуться вниз. Чемоданы будут пытаться тебя снести. Будь осторожна. Окей. Поднимай. Как ты все знаешь? Помогите, Сири, секунду! Ой, я выиграла, ура! Ты молодец! Папа, это же куча времени, еще целая минута! Меня чемодан сбил, я как бревно грохнулся просто! Какое-то... Папа, бревно! Папа, бревно, молодец, Аришка, что ты... Сюда? Да! Есть, я на крыше, я валяюсь! Какой прекрасный синий пол! Тут вижу чей-то след! О, муравей бежит! Таракашка бежит! О, он мне в нос забежал! Папа, я по тебе прыгала! Ай-яй-яй-яй-яй! Я Пончо, я генерал Пончо, я главный генерал Пончо, а я папа, папа дочек. Нет, папа директор. Директор в каких-то играх, да. Бежим, Алиша, что-то происходит. А, это же не на время. А, точно, ну ладно. Папа. Ты сразу видишь, да, что происходит? Ага, осторожно, я... можно нечаянно грохнуться вон туда в сторону. Ну-ка, сейчас проверим. Да, нельзя. А, нельзя грохнуться в сторону. Меня? Осторожно, опять автобус может ехать. А почему мы здесь спустились? Я вообще-то проходил регистрацию. Я хочу улететь в отпуск. И я! Эй! Ой! Ой! Смотри, какой-то мистер вопросик. Тут надо выбрать генерал Пончо или Рональд. Все выбирают генерал Пончо. Давай выберем Пончика. Давай я за Рональда. Все за Пончика, я Риша за Рональда. Посмотрим. Сейчас что-то будет. Какой-то лабиринт. Метод правой ноги, если что. Зомбарики? О, нет! Бежим! Бежим вот сюда направо. 50... Мы бежим по левой руке. Мы сюда просто бабка побежала. Давай за ней. Вдруг она знает выход. Давай. Бежим. Бежим, Аришка, бежим. Я, если что, маршрут дубина, ничего себе, как далеко идти. Мы сейчас, наверное, назад вернемся в начало. Поверь. И нас сожрут те черные чуваки. Давай быстрее, Аришка. Не отставай. Не отстаю. Все, куда ты нас привела? Мамочка, нет. Ой. Че? Че происходит? Я вообще-то в отпуск собирался. Я тоже. О, меч, кладенец. Нет, мне не надо, надо будет врагов. Смотри, какой здоровый скелетос. Скелетосик, генерал наш, не трогай его, вот скелетоса мочи. А, смотри, отойди, где вот эти штуки там мочит. Ариша. Я сейчас возрождусь. Все, я хватанул меч. Ариша, главное, не попадай в эти штуки. Ой, у меня нет меча. Вот он, наклонился, мочим руку. Ой-ой-ой, меня ранило! Осторожно, надо под ним проходить, если он руку сделал. Осторожно! Есть! Мочу! На тебе, скелетище, на! На, я тебе в морду, на, я тебе зуб выкрою! Я тебе, балбес! Надержи! Бум, катали скелета, ура! Победа! Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Покедова, балбес. Ой, белый шар. Нет, белый шар. А я просто стала стрелять. Ух ты. Дед встретился со своей мамой. Папа и мама встретились, как мило. Ребят, мы сегодня с Аришкой помогли папе и маме встретиться. Мы хотели полететь в отпуск, но не получилось, потому что мы сделали доброе дело. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С нами всегда весело, интересно. С вами был сегодня папа. И дочка Ариша. Всем хорошего настроения, всем пока-пока!